конкурс «Дети читают стихи», Переверзев Руслан, 11 лет. Константин Михайлович Симонов. Майор привез мальчишку Малафити. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями Малафет. Отцу казалось, что надежное место. Отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка. Привязанный к щиту, чтоб не упал, прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Ту раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобой дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Мой дом теперь не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он. За 3-9 земель, горах Урал, твой мальчик спит, испытанный судьбой. Я верю, мы во что бы то ни стало, в конце концов, увидимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата? Ему, как мне, идти в такие дни, вслед за отцом, по праву, как солдату. Прощаясь с ним, меня ты помяни.